Привет, ребята! И сегодня у нас обычно необычный ролик, потому что, ребята, сегодня мы будем учить английский, понимаете? Нет, это не шутка, реально. Вы спросите меня, почему я сегодня в Яндексе? А потому что, сейчас я покажу, заходим сюда, и вот, так, все, поехали, так. Вы, наверное, уже знаете, как будет привет на английском, но некоторые даже не знают, так что пишем. Привет будет. Hello. Так, слушайте. Hello. Вот. Вот, слушай. Так, ладно. Так, ладно. Машина. Слушай, кэл. Так, ладно. Помогите. Ки, наверное, помоги. Вот. Хелп, да, ребята, хелп. Так, ладно. Что тут у нас дальше идет? По списку. Короче, дальше у нас идет, так сказать, идет также у нас дальше снег. И будет это snow. И show, не знаю как. No. Да, snow. Так. А если снеговик? Снеговик. То будет snowman. Да. Так, ребята. Дальше что там у нас идет? Дальше у нас там идет. Что там у нас по списку идет дальше? А что у нас там идет? А, точно. У нас идет Александр Шишов. Да, это я. Вы что, серьезно поверили? Да, это я. Да, непонятно, почему я так себя назвал, хотя я фрикот, ну ладно. Пишем. Болтун. Так. Олег. Да, какой опять? Александр. Вот, Александр. Александр. Какой Александр Николаевич? Шишов. Вот. Вот так выглядит мой канал по-английски. Вы поняли меня. Так, слушаем. Александр Шишов. Да, непонятно. Непонятно, но просто непонятно. Фейкотс. Понятно. Фейк-кодс. У меня вообще-то Ф, потом Е, потом и кладка, и потом К, то есть О, Д и С. А тут фейк и кодс. Это что-то не то. Том за золотом. Вы поняли. Так. Украинский? Какой украинский? Русский. Вот. Так. Ладно. Что тут у нас дальше? Что за посылочка-то мне приехала опять?
Да что там за звуки? Опять что-то поломалось. Не, да что за звуки там? Пойду проверю. Короче, все осмотрел. Нету там никаких пуков и ничего там не было. Так, это, наверное, мне показалось. Ладно. И последнее, что это. Знаете, что это? Да хватит. Что там у нас опять за звуки? Детальный отчет. Так, ладно. Вот, ребята, вы узнали весь английский, так что, ладно, ребята, всем пока-пока. Кого забыли, какое слово забыл, напишите в комментариях. И напишите в комментариях, понравился вам ролик или нет. А я пошла осматривать, что это там такое дома у меня творится. Ладно, всем пока-пока.